Анонс и точный дата выхода 8 серии турецкого сериала «Игра моей судьбы». 8 серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Махир пообещал Асие и Наргиз, что он обязательно найдет способ и отправит Неджми. Но до этих пор им всем необходимо соблюдать спокойствие. Хелен вошла в комнату и сообщила Махиру с Асие, что они приготовили сюрприз для Эмине, и собрались все в зале. В этот момент пришел конверт из больницы, и Махир отдал его в руки Харуна. На самом деле он был предназначен для Раджи, но он не смог забрать результаты теста ДНК у Харуна. Харун зачитал результаты о том, что Наргиз и Угур Кутай являются детьми Махира. Для Раджи это стало большой неожиданностью, но и сам Махир удивился. Такая реакция стала неожиданной для других членов семьи Демирхан. Из-за этого была раскрыта правда, что Асие и Махир на самом деле не женаты. Асие не в курсе, кто смог подменить результаты, но она кое-кого подозревает. Раджи заподозрил в этом деле Джемаля и считает, что он знал про тест. Захиды начинают подозревать, что Асие и Джемаль влюблены друг в друга. Хелен не понимает, что в последнее время происходит с Джемалем. Неужели он устал от нее до такой степени, что как своей жене не позволяет прикоснуться к нему? Хелен понимает, что есть одна женщина, которая пудрит мозги ее мужу. Она собирается выяснить, кто эта женщина. Когда Джемаль встретился наедине с Асие, то сказал ей, что она не нуждается в Махире, ведь рядом с ней есть он и всегда будет. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.